Да, тут Туру. Привет. А знаете, где... Блин. Знаете, где я сегодня? Не догадаетесь. Да, уже догадались, наверное, да? Метро Белорусское. Что-то меня сюда и тянет. Погода просто хорошая. Вот сюда и тянет. Сейчас был соблазн уехать на Серебряный Бор, но... Я по-другому хочу. Я придумал новый маршрут себе сегодня. Но если хорошо пойдет. Блин, на этом табло ничего не видно. Ну, короче, сейчас до больницы РЖД. Т-72. Или что там? А, Т-82, прошу прощения. Вот. А потом посмотрим... Как раз вот от больницы. Совпадение, да? Совпадение? Не думаю. А потом на М1 вообще через всю Москву прокатим. Посмотрим, как там в Москве дела обстоят. Вон он, М1 как раз. Но я-то от самого начала до самого конца. Он пустой. Вот. Ну, в общем, ладно, как обычно, улыбаемся и машем. Солнце, вот я немножко переживаю, что будет светить в глазики. Ну, солнечные очки можно надеть и... Ну, посмотрим вообще. В общем, сейчас пока жду, паузу нажму. Это вроде Мерседес. Мерседес вроде редкий, нет? Ну то сейчас все не фазами, лиазами забито, а Мерседесу. Коннекто. У него зелененькие какие-то стеклышки. А вот социальный. Восемьдесят четвертый маршрут. Тепленький, блин, 16 градусов внутри. Одни соблазны на Мерседесе покататься и вообще. Такие штуки можно это пополнять в карточке. 57 рублей одна поездка. МЦД, ТАТ. В Братцево я уже был. Кстати, вот через Тушино тоже нормально, в принципе. Через Тушино нормально так прокатиться через все. Тоже как-нибудь.
И там еще один Т-70. Что-то вообще как-то не соответствует. Раньше, я помню, соответствовало это расписание. Было 2 минуты до Т-82, сейчас 5 минут, и что-то постоянно оно корректируется, и сферический вакуум какой-то она измеряет, это расписание. Водитель, он на 904-м покурить вышел, а за ним автобус стоит, ждет. Пока он покурит, что ли? Что, так можно было, что ли? Не накуривается. Там автобусы разъезжаются налево, направо, прямо. Ладно, очередная пауза. Ну, пауза не длинная была, потому что водитель накурился уже. И он наш клиент Т-82. М1 мимо. Начинаем. Печка работает громко, но надеюсь, объявление будет. О, нормально. И вот сиденье опять в два ряда туда и один ряд назад. А то бывает еще между двумя рядами поперек стоит сиденье. Алло. Вроде и модификация одинаковая, и все, а по расположению сиденья же тоже должно быть как-то различие быть в модификации. Довольно длительное ожидание светофора. Печка спереди вроде бы, а гудит на весь салон.
ручном режиме регулировка проходит. Инспектор ДПС регулирует. Стекла нормальные. Маршруты почти будут друг друга повторять, но ничего не поделать. Потому что сейчас до РЖД едем, а потом на М1 также белорусскую будем проезжать. Главное успеть бы до заката. Тоже какой-то автобус Мосгортрансовский. 090-296. Социальное такси. С мигалками. Правда, желтыми. Тут какие-то маневры непонятные. Что-то не особо не хотят. Бабуську одну подцепили и все. Что-то мы уже в Митино ездили, на самом деле. Какой там 903, да? Ленинградский проспект, дом 26. Следующая остановка – отель «Советский театр Роман».
Водитель, шумахер какой-то, спидигонщик. Третье кольцо стоит в ту сторону. Какие люди покидают Москву? Ценные кадры. Кто-то, видимо, сказал, что когда едешь в Москву, нужно выделяться как-то из толпы. Путевой дворец. Следующая остановка — улица Серёгина. 13 ноября в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанционное обучение. Приостановлены льготные повестки социальных карт москвича и жителей Московской области для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников. Автобусы ушатываются. В двигательном отсеке там что-то уже гремит. Прошлой поездки ничего особо вроде не
поменялось. Проверять билетики будут. То есть они при этом... Интересно, по какому принципу они работают? Там вот вроде какая-то бумажка и с этими, с расписанием. Вот это вот вроде нормально. Вот в прошлый раз, когда залетали там, пост сдал, пост принял. Да. Тоже сейчас будет проверять, что вдруг ему что-то достанется. Плащик запачкался. Улица Лизы Чайкиной. Следующая остановка – метро «Сокол». При выходе не забывайте свои вещи. А забыл кричать? Не, ну а что? По-новогоднему нарядно. Молодец, девчонка. Опять же, хорошо видно. Меньше шанс попасть под машину. И тут на остановке тоже. Офигеть, прямо их что-то. На улице мороз, а их выгнали работать. Не жалеют. Солнце-то скрывается. Блин, походу я только
А до Ленинского проспекта это далеко. Тем более от РЖД. Ой-ой-ой. Боюсь, что назад я уже ничего там не сниму. Я хотел сейчас от Белорусской до РЖД, от РЖД до Ленинского, ну, до Кравченко, Кравцова там. Потом опять на РЖД и на Белорусскую. Это я наивный, да? Ну, что получится, то получится. Посмотрим. Метро «Сокол». Следующая остановка – «Гидропроект». Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную и на социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на номере загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятного поездки. Подвое и сзади вот там тоже, я не заметил. Они подвое заходят. В принципе, логично. Две двери. Сейчас нам предстоит маневр такой прям. Из правого в левый ряд. Так как правее это Ленинградка, а нам нужно вот такой вот маневр. Да нам на Волоколамку. 0.15 это место 15-го Щукинская, Сокол. Место 15-го трамвая. Ну, Ленинградка стоит, причем в обе стороны. Козырек гидропроекта восстановили, как будто он и не падал. Он обрушился прям на лестницу. Ну, вроде никто не пострадал даже. Из-за снега в прошлом или позапрошлом году. Гидропроект. Следующая остановка – авиационный институт. С 13 ноября в городском транспорте временно действует специальная карта студентов. Глупов и колледжей переведенных на дистанционное обучение. При установленном бюджетной карте специальная карта отвечает уже для Московской области. Солнцу и не скажешь, из-за солнца, в смысле, не скажешь, что сейчас зима, сразу летнее настроение, весеннее, солнце придает. Опять где-то морозы. 0.23. Выруливаю. Пустой вообще. Стекла, ну, видно было, что немножко набрызгано, но не сильно. Улица Панфилова. Следующая остановка — Пехотная улица. Пересадка на Московское центральное кольцо. Спереди три автобуса. Девятьсот четвертый там он длинный, гармошечный.
еще на час, наверное, и скроется. Как раз, наверное, до Ленинского доеду. Зато, опять же, повторюсь, в таком автобусе меньше шанса заражения новой коронавирусной инфекцией. Пехотная улица. Пересадка Новосковская центральное кольцо. Следующая остановка МЦД Покровская Вишнева. Пересадка на второй диаметр. При выходе не забывайте свои вещи. А забытые вещи не трогая их, сообщайте водителю. Снега нет, но тут он вообще прям три КАМАЗа, поливалка, очищалка, четыре прям вообще. Сегодня снег не падал. Перестраховались. МЦД Покровская с Вишнева. Пересадка на второй диаметр. Следующая остановка Покровская Глебова. Пожалуйста, приходите выложите свой билет безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе выдается билетный фильм. Спасибо. Приветствую туристов. Никто не хочет кататься. И Волга Первая еще ездит. О, вот отсюда новый маршрут начинается. Здесь мы еще не ездили. Потому что это по дублеру. А мы вон там ездили. Следующая остановка Ивановское шоссе. При наступлении дня в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских наук и колледжей, перебывают на дистанционное обучение. Приостановлены либо при прописке социальной карты исключают жителей Московской области, для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников с 6 по 11 класс. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Надеюсь, у М1 там тоже интервалы небольшие, 5-7 минут. Мне нужно будет на ту сторону перейти, потому что тут конечная, да. Тут не сажают, тут только высаживают. Он М1 поехал в ту сторону.
Как раз осмотрюсь здесь еще. Выкарабкиваемся. Пригрелся я, что-то тут тепленько. Там 412-я прям вообще набитая битком. Так, ну мне надо на ту сторону. Засим прощаюсь в этом ролике. И это. Буду ждать М1. Это новая серия будет начинаться. Больница РЖД, МПС. Вон там, вон поправее чуть-чуть. Тут 904-й, прям один за одним. Такая обстановка. Сегодня какой, я даже не знаю, 27-е, 28-е. Обзор на переход. Восьмое, 14:27, 15:27, ну да, как раз, в общем, должен успеть засветло доехать. Ой-ой-ой, узенькие. Бабулька идет, и все заняло пространство. Ну и вот они как раз тут будут разворачиваться. Там тоже у М1 конечная. И они тут разворачиваются. И вот так вот. Поэтому... иду на остановку, жду М1 и едем дальше. Все. Пока.